Вот оно. Пробил час X. Завтра, мэр, будет читать речь на банкете по поводу открытия завода по переработке жиженного кала. А наш Дакман крупный акционер, значит и он должен там быть. Первым делом ты, Си-Джей, пройдешь процедуру биотрансформации. И в облике Дакмана поедешь туда. Себастьян будет твоим водителем. Фил достал схему помещения. Так что вот наш план. Сначала, скорее всего, тебя проверят на наличие оружия и проводят банкетный зал. Дождись, когда мэр начнет читать речь. Далее просто убей его и вали оттуда. Ха-ха. Как я завалю его без оружия? Мы тут с профессором разработали одну штуку. С виду обычный фотоаппарат, но не советую делать им семейное фото. Внутри компактный плазмомет. 600 выстрелов в минуту. Плюс к тому, никакой отдачи. И еще, после этой штуки биотранс мэра уже не восстановит. Интересно. А план отхода? Там же будет дофига охраны. Никто не говорил, что будет легко. Когда мэр будет мертв, начнется суматоха. Поберешься на кухню, далее в подвал. Там найдешь вентиляционный люк. Выберешься по нему на улицу. Мы с Себастьяном будем ждать тебя там. Вопросы есть? Похоже, это не будет легкой прогулкой. Да, но другого шанса может и не быть. Качественной биотрансформации. Тебя не отличить от Дакмана. Садись в машину. Сэр, пройдите через определитель клонов. Все в порядке. Мистер Дакман, следуйте за мной. Видел эту бабенку с Джоном? Да, за такой стоит приударить. Должно быть, в баре подцепил и приплатил хорошо, чтобы вытащить ее. И после этого привел сюда? Он совсем из ума? Дорогуша, вы видели, как одет этот мистер Стил? Да, выглядит он просто великолепно. Да, еще бы. Но он к тому же наследник состояния Гиббонс. Неужели? С ним стоит познакомиться. Уважаемые господа, дорогие друзья, мы все сегодня присутствуем при абсолютно знаковом... Твое счастье, что обратная биотрансформация прошла успешно. Но главное, мэр мертв. Мы проделали большую работу. Так что, на этом все закончится? Нет, это только начало. Кто знает, куда заведет нас кривая. Но сейчас мы имеем полное право на отдых. До встречи, Си-Джей. Thank you.
Thank you.